Нам очень нравится находиться в Луганске. Тут все очень круто, цирк в очень хорошем состоянии. Город отстраивается, жизнь налаживается, все прекрасно. Надеемся, мы вернемся сюда еще. Единственное, конечно, что сейчас на данный момент сложно смотреть на зрителей, когда мы стоим в эпилоге. Зрители нам кричат всегда спасибо, они всегда шлаки. Они всегда встают, лопают там стоя, но не могут сбежать слез в глазах. На это, конечно же, тяжело смотреть. Эмоции переполняют, очень сложно выразить словами, поэтому